Всем привет, с вами Лилия, и мы продолжаем с вами курс по тому, как работать в Инстаграм, то есть как в нем разобраться, потому что здесь очень много значков и много непонятного. Давайте прям посмотрим по значкам. Итак, в нижней части, в самом-самом низу мы видим домик, лупу, плюсик, сердечко и человечко. То есть если мы, например, нажимаем на домик, то мы оказываемся, оказываемся в ленте. То есть, что у нас выкладывают наши друзья. То есть, вот она лента идет, наши друзья или рекомендуемые посты и так далее. То есть, или на кого-то мы подписаны, и их нам показывают. Далее, здесь мы можем, нажав на фотоаппарат, который сверху, видите, он такой маленький, в левом уголочке фотоаппарат. Если мы на него нажимаем, вот мои красочки, я как раз сижу, занимаюсь, собираюсь рисовать тыкву. То есть мы здесь можем с вами сделать выбор. Например, смотрите, внизу двигаем текст какой-то, мы можем напечатать, отправить, записать прямой эфир. Мы можем вот так вот стрелочкой повернуть, сейчас вот поверну. Вы будете видеть меня, то есть, ой, лохматая какая, не готовилась к съемкам, ну ладно. То есть если я нажму начать прямой эфир, то пойдет прямой эфир. Возвращаю стрелочки обратно, или не буду возвращать, например, обычная, можно бумеранг снять, суперзум, он будет так приближать с музыкой, зум-зум-зум. Далее тут идет обратная съемка, и свободные руки, это вот для сторис, прикольно, 15-секундные ролики, если вы хотите делать какие-то интересные сторизы, то вот как раз вот прям вот на эту штучку и нажимаете. Так, далее возвращаемся, выходим отсюда. Смотрите, сразу же в правом углу самолетик. Вот если мы на него нажмем, то здесь мы читаем, кто нам что написал. Директ, да, вот с кем мы переписываемся, нам тут пишут, мы им отвечаем. Есть один запрос. Видите, кто-то меня что-то хочет запросить. Ну, это реклама. Я нажимаю отклонить, отклонить. Мне это не интересно. Теперь вопрос, как же написать людям? Людям самое интересное, если мы хотим с кем-то переписываться. И вообще, как найти людей? Нажимаем на лупу, она внизу, нажали. Здесь у нас с вами появляется, сейчас я сотру все, вот такое поле. То есть здесь мы пишем, вот где лупа, мы нажимаем и начинаем писать. Например, мы хотим найти кого-то по хэштегу «мама», например, «мама». Мы тогда выбираем не люди, вот есть лучшие, есть люди, мы выбираем метки. И у нас появляется вот куча-куча хэштегов со словом «мама» и так далее. То есть, например, мы ищем себе там знакомых, девчонок, с кем общаться, у кого есть, например, мама и сын, у кого есть сыночек. Нажимаем, и здесь у нас появляются вот девчонки. Вот девятка – это самые популярные, кто вот активный в Инстаграм. Нажимаем, например, на первый, смотрим, очень, да, активный человек, можно зайти к нему на страничку, листаем дальше, смотрим. Но я вот обычно таким людям, у кого там тысячи-тысячи просмотров, я им не пишу, потому что это какие-то там блогеры, звезды, да, или, я не знаю, там, может, накрутки. Ну, то есть уж слишком сильно продвинутые люди. Но если вам они интересны, вы можете им написать. Ну, давайте вот возьмем какую-нибудь девушку, вот обычная девушка, свеженькая, фото, заходим к ней на страничку, нажав вот на ее имя, ну, как вот английским, смотрим, что за человек, ну, видим, что это парикмахер, да, она себе написала, видим, что она мамочка, вот, и мы, смотрите, что можем с вами сделать, нажать подписаться, и тут же у нас появляется слово написать, мы нажимаем написать, ну, до этого еще нужно было посмотреть имя, Екатерина. То есть я имя вот чуть ниже, видите, вот здесь вот, где личный блог, парикмахер. И мы ей пишем что-то, да, какой-то текст, там, Екатерина, тры-ты-ты, там, привет, у вас, ой, неправильно написала, Екатерина, Екатерина, привет, клевая у вас страничка, ну, это я так вам пример, у вас страничка. Ну, до этого нужно было, наверное, еще лайков немножко, да, поставить человеку, чтобы было понятно. Отправляем. То есть у нее придет запрос, что кто-то, какой-то человек ей делает запрос, она зайдет, посмотрит,
посмотрят, что за человек. Но я еще вот так делаю лайки. То есть, видите, у нас сейчас мы видим квадратиками все посты. Вот первое, 9 точечек все вместе в квадратике под словом «позвонить», прям над фотографиями. А далее электронный адрес, под ним 3 черточки. Вот мы, если на них нажмем, то у нас все посты разворачивают. Так удобнее. И можно полистать, чтобы не все подряд, а, например, какие-то выборочные полайкать. Чуть-чуть промотали, лайкнули, потому что это более как бы, ну, понятно становится, что человек действительно смотрел. Далее нажимаем назад и выходим. Вот, я вам показала, значит, как можно записывать сторизы, прямые эфиры, как найти людей по хэштегу, да, и так далее. Чтобы вернуться к себе на страничку, нажимаем опять внизу, в правом углу, на человечка. Нажали, и вот мы у себя на страничке. Все окей, все отлично. Если мы хотим посмотреть, кто нас лайкал или что-то нам писали, мы нажимаем на сердечко. Нажали, смотрим, кто нами интересовался, кто читал, кто смотрел, подписались, отметили нас где-то или что-то написали. То есть вот здесь вот под сердечком все как раз и будет. Ну а плюсик, как вы помните, это то, что мы можем выложить. Котенок, ты что там делаешь? Вот видите, сразу вылазят сторизы, то есть посты. То есть здесь мы посты делаем с вами, выкладываем фоточки или ролики, пишем тексты потом и так далее. Об этом я вам уже говорила, ну и повторяться, наверное, не буду. Думаю, не стоит тратить ваше время. Всего спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите, всегда рада помочь. Запишу новые ролики по запросу. Всем классного-классного времяпровождения в Инстаграм и пользы. До встречи, всех люблю, пока-пока.